известном начале нового года принято подводить итоги года прошедшего. Каким же был 2012 для многотысячного коллектива предприятия «Мотор Сич»? Какие события были наиболее значимыми в жизни заводчан? Что еще нового и полезного в социальном плане для запорожцев сделал флагман отечественного авиадвигателестроения в год своего 105-летия? Об этом вы узнаете, если посмотрите нашу сегодняшнюю программу «Полет длиною век». Вечер трудовой славы на «Мотор Сич» – это одна из главных и незыблемых традиций предприятия. Чествуя лучших из лучших, руководство завода не просто благодарит людей за надежный и качественный труд, но и по достоинству оценивает вклад каждого подразделения в развитие мотора и в поднятие его престижа на мировом авиарынке. Дорогие мои моторостроители, я горячо и сердечно от имени своей команды управленцев поздравляю вас с этим праздником, с праздником труда, который на нашем предприятии ценится выше любого другого праздника. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте уверены, что предприятие «Мотор Сич» обеспечит вам и вашим детям нормальное, заслуженное будущее. С праздником, дорогие мои моторостроители! Самый волнующий момент вечера трудовой славы – это вручение заводских «Оскаров» передовикам производственно-хозяйственной деятельности. Среди победителей нынешнего года – коллективы цехов номер 31, 44, 10 и 20. Лучшими участками признаны лаборатория промышленной электроники цеха номер 15 и участок крупных стальных деталей цеха номер 38. Первое место среди отделов в своих подгруппах заняли управление закупок, отдел технической документации, управление охраны труда окружающей среды и гражданской защиты, управление защиты имущественных интересов. Среди объектов соцкультбыта лидером стал оздоровительный комплекс «Приморский мотор». Что нужно сделать для того, чтобы победить? Нужно не бояться работы и помнить, как мы работали в 80-е годы. Как работали деды, да, отцы? Да, ну мы застали это время. Сегодня завод точно так же работает? Да, напряженно сейчас работает, очень напряженно и тяжело, но справляемся с поставленными задачами. Самыми почетными наградами на предприятии «Мотор Сич» считаются звания «Заслуженный моторостроитель» и «Мастер золотые руки». Кстати, счет таких работников перевалил уже за 1000. В этом году за многолетний самоотверженный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие производства и корпоративного моторовского духа к этим наградам были представлены более 20 работников предприятия. А руки у вас правда золотые? Ну, как сказать, обычные. А почему именно вас решили наградить этой? Не знаю, наверное, посчитали, что я лучше. Завершился вечер трудовой славы прекрасным концертом, в котором приняли участие как артисты художественной самодеятельности Дворца культуры имени Тараса Шевченко, так и музыканты камерного ансамбля Запорожского академического симфонического оркестра и эстрадного оркестра Государственного областного цирка. Особенно впечатлили зрителей песни на разных языках в исполнении лауреатов Моторовского фестиваля народного творчества Елены Даниленко, Лилии Лемеш, Натальи Резниченко и Алексея Пянковского. Как обычно, свой высокий класс продемонстрировали танцевальные ансамбли «Запорожец», «Казачата» и «Грация». Мощным заключительным аккордом вечера стала музыкально-хореографическая композиция «Гордость моя, Мотор Сич». Авиаконструкторы любят повторять шутку о том, что с хорошим мотором и забор полетит. Поэтому единственный в мире специализированный форум двигателестроителей традиционно вызывает большой интерес у всех, кто связан с самой высокой сферой экономики – авиацией. Во время открытия 12-го международного салона двигателей, который традиционно проходил в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра в Москве, глава ОСАД Виктор Чуйко и герой Украины
председатель совета директоров предприятия «Моторсич» Вячеслав Богуслаев, подчеркнули, что успех развития в этой области во многом зависит от сотрудничества российских и украинских двигателистов. Сегодня прослеживаются колоссальные затраты, вбрасывание денег на новые программы. Причем и одно и второе министерство не требует вчерашнюю технику, а требует технику нового поколения. И вот эта выставка очень своевременная. Своевременная, потому что мы должны сегодня вызову времени дать положительный ответ. У нас есть чем защищать наши страны. Одной из самых масштабных экспозиций салона двигателей 2012, как всегда, была выставка последних достижений корпорации «Ивченко», под флагом которой были представлены новейшие разработки предприятий «Моторсич» и «Ивченко Прогресс». Что касается стенда корпорации «Ивченко», он хорошо продуман, открытый. Это говорит открытость этой организации к сотрудничеству. И даже баннер, который висит, он говорит о том, что украинские двигатели-строители, рядостроители нацелены на тесную корпорацию с российскими коллегами. Свое мнение о надежности запорожских авиадвигателей и плодотворном сотрудничестве с предприятием «Моторсич» высказывали все, кто посещал стенд корпорации «Ивченко». В частности, главнокомандующий военно-воздушными силами России Александр Зелин назвал запорожские двигатели самыми надежными в мире. Те машины запорожского производства, которые стоят на самолетах военно-воздушных сил России, слава Богу, работают исправно, соответствуя тем требованиям, которые предъявляются к эксплуатации данных силовых установок. Ну, у нас хорошее взаимопонимание. Эти двигатели установлены на учебных самолетах, на учебно-боевых самолетах, поэтому на вертолетах в большей степени. Во время международного салона двигателей было проведено множество встреч на дружеском и полуофициальном уровне, во время которых были заключены различные договоры и контракты. На этих встречах подтверждено то, что программа самолета Ан-70 будет развиваться, и мы сейчас провели ряд совещаний для того, чтобы, как бы сказать, ускорить развитие этой программы, ускорить прохождение государственных испытаний, встретились с партнерами для того, чтобы объединить усилия и увидеть то, что нам необходимо сделать для того, чтобы госиспытания двигателя в этом году были завершены. Люди несолидного возраста делают солидное дело. Такую оценку работе участников 6-й международной научно-технической конференции дали главные организаторы форума, референт президента акционерного общества «Моторсич» Александр Колодезный и начальник отдела молодежи предприятия Руслан Пидорич. У меня есть возможность сравнить уровень, потому что я уже 6-й год провожу эту конференцию, являюсь председателем экспертного совета. И по мнению моих коллег по совету, достаточно интересно представлены все отрасли авиационного строения, в том числе и агрегатостроения, и разработки новых материалов, и разработки и усовершенствования новых технологий. Поэтому можно сказать, что конференция удалась. В этом году, конечно, очень порадовало количество гостей, которые приехали на нее. Очень большое количество прибыло сюда представителей из России. Также самые хорошие результаты показала как бы и Украина. Я надеюсь, что с каждым годом мы будем расширяться. Это очень хороший показатель. Молодежи очень нравится. И мне кажется, что их руководители также высоко ценят эту конференцию, как и наши. По старой доброй традиции, конференцию молодых авиадвигателей-строителей открыл президент ОСАД, один из самых известных специалистов в этой отрасли Виктор Чуйко, который выступил с интересным сообщением на тему развития двигателестроения в России и в Украине. Уникальность ее заключается в том, что собираются молодые инженеры, и они, может быть, впервые в жизни делают серьезные доклады. А это залог их дальнейшего роста, творческого роста, залог того, что они
через какое-то время станут очень высококлассными специалистами, а может быть даже и крупными учеными. В течение 3 дней молодые конструкторы и технологи, представляющие различные предприятия Украины и России, знакомили друг друга и экспертный совет со своими научными докладами. Лучшим из лучших из них были вручены дипломы, грамоты и денежные премии. Вы первый раз приехали на эту конференцию «Молодежь и авиация» и сразу получили первый диплом, да? Да, это действительно так. Мы первый раз приехали. Это вообще первое посещение от нашего предприятия этой конференции, и нам так повезло. А за счет чего? Почему? Вы знаете, это проблема, которую я рассматривал, модернизация компрессора, довольно актуальна, потому что, ну, не будем давать технические подробности, до сих пор в России так никто не делал. А еще Моторовская молодежная конференция – это уникальная возможность для ее участников совместить приятное с полезным. Ведь не секрет, что многие молодые люди прибыли в Алушту впервые. Для них были организованы различные экскурсии. Украинцы и россияне могли полюбоваться водопадом Джур-Джур и другими красотами Крыма, а также побывать в знаменитом Никитском ботаническом саду. Желающих принять участие в молодежно-моторовском форуме с каждым годом становится все больше и больше. По признанию российских журналистов, приезд в Запорожье для них всегда праздник. Ведь такого предприятия, как «Моторсич», нет нигде. Познакомившись с новой выставкой известного фотохудожника Андрея Артамонова, рассказывающей о совместных духовных акциях москвичей и запорожцев, гости приняли участие в пресс-конференции руководителя флагмана Украино-российского авиадвигателестроения Вячеслава Богуслаева. Может быть, вы будете свидетелем в следующем году рождением Ми-34 с нашим двигателем АИ-450. По крайней мере, мне господин Мантуров об этом на выставке прямо заявил. Они меняют поршневую технику на турбореактивный двигатель. Российских журналистов, много лет освещающих тему авиации в специализированных изданиях, интересовало все. Как живет и работает «Моторсич» сегодня, насколько востребована его продукция в ближнем и дальнем зарубежье, какова судьба самолетов и вертолетов с запорожскими двигателями на борту. Мы, конечно, подали 2 заявки на сертификации для получения европейского сертификата. Мы работаем вместе с Кравченко и сами с 2 европейскими авиастроительными компаниями, то есть нам платят по 2 темам Евросоюз за новую технику. То есть признают новое, совершенно признают Евросоюзе и платят деньги, лишь бы эта техника использовалась на территории стран Евросоюза. Также Вячеслав Богуслаев рассказал о перспективах производства самого мощного и самого востребованного в мире украино-российского самолета для перевозки негабаритных грузов Ан-124. В результате модернизации Руслан сможет без посадки преодолевать расстояние не 6000 километров, как раньше, а почти в 2 раза больше. Мы на 4 сбросились. На 4 это Волга-Днепр. Мы ОКБ «Моторсич», полет и Киева по 15 миллионов долларов. И делаем сегодня новый, ну, будем говорить, почти что новый. С 24 тонн тяги мы должны сделать на 27 тонн тяги, вот для того, чтобы летал дальше Руслан. По словам Вячеслава Богуслаева, предприятие «Моторсич» продолжает динамично развиваться. Портфель заказов на различные двигатели переполнен. По итогам работы за последние 6 месяцев было реализовано продукции почти на 30% больше, чем за этот же период прошлого года. Идет рост объемов, колоссальный рост объемов у нас и для России, и для Китая, и там третьи страны. Мы успешно развиваемся, и мы вынуждены были принять людей, 4000 людей. У нас дополнительно за 1,5 года увеличилась численность на 4000. С
скульптура Валаамской Божьей Матери – это не первый памятник в Запорожье, сделанный выдающимся российским художником Вячеславом Клыковым и завершенный его сыном Андреем. Этот монумент появился на территории Андреевского кафедрального собора благодаря совместным усилиям президентов Международного благотворительного фонда «Днепро-Сич» и Межрегионального фонда Всехвального апостола Андрея Первозванного, Вячеслава Богуслаева и Сергея Щеблыгина. Я уверен, что этот памятник станет местом паломничества многих верующих. Этот памятник станет местом, откуда верующие будут черпать силы в своей вере, в своей жизнеутверждающей позиции, что историю нельзя переписать. И наши братские узы с нашими братьями-славянами – это догма. Это аксиома, которую никому никогда не удастся разрушить. После торжественного открытия скульптуры Валаамской Божьей Матери хозяева и гости сказали теплые слова об этой духовной акции и возложили цветы к памятнику Всехвального апостола. Как подчеркнул Сергей Щеблыгин, именно с этого места когда-то началась небезопасная экспедиция москвичей и запорожцев в многострадальный край Косово-Метохия. С тех пор представители фонда Андрея Первозванного и моторовцы многие добрые дела делают вместе. Сегодня Вячеслав Александрович лауреат нашей премии «За веру и верность». И мы вместе также помогаем и Соловкам, нашему монастырю. И там поставлен памятник одному из первых атаманов казацких. Последних атаманов казацкому, да. Кумышевского. Да, и мы делаем очень много вместе с Петром Ивановичем, представителем Москвы. Так что работа идет самыми разными направлениями. По словам Вячеслава Богуслаева, икону Валаамской Богородицы он впервые увидел в древнем храме на острове Валаам. С тех пор его не оставляло желание явить этот лик Божьей Матери своим землякам-запорожцам. Ведь по поверьям, искренняя молитва, обращенная к этому светлому образу, помогает людям исцелиться от болезней и избавиться от многих бед. Храм, который мы здесь сделали, он сегодня центральный храм в городе или в области. Сколько здесь сегодня крестин проходит, сколько сегодня здесь свадеб, значит, ну это просто душа радуется, когда здесь в пятницу, в субботу не проедешь, здесь все забито вокруг. Вот это и есть как раз уже отголоском, как бы народ видит, что люди видят простые, что мы делаем все, и руководители государства, и мы общественные организации, и руководители области, и, конечно, у них появляется уверенность в завтрашнем дне. Главами благотворительных фондов «Днепро-Сич» и Всехвального апостола Андрея Первозванного был подписан договор о сотрудничестве, который предполагает проведение новых совместных конференций, семинаров и других интересных программ. Тысячи запорожцев собрались в парке Климова для участия в поистине историческом событии – открытии первого и единственного в Украине музея авиадвигателестроения и высоких технологий. Поздравить горожан с этим праздником, а также со 105-летием предприятия «Мотор-Сич» и полувековым юбилеем Шевченковского района пришли представители областной и городской властей. Появление музея авиации обозначает, что запорожцы уважают труд и вклад нашей промышленности в экономику нашего города. Это обозначает, что запорожцы – это люди труда, для которых сегодня работа на благо родного города, на благо области, на благо Украины является главным содержанием и смыслом их жизни. У власти, у которой есть время, желание и деньги строить объекты культуры, ремонтировать объекты спорта, развивать здравоохранение. А самое главное, когда в области, в городе появляются музеи, у такой области, у такого города есть хорошее будущее. По словам героя Украины, председателя совета директоров предприятия «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, создание музея авиадвигателестроения – его давняя мечта. Ему всегда хотелось, чтобы двигатели и другую продукцию, которую более 100 лет делают запорожские моторостроители, могли видеть не только заводчане, но и жители всего города. Это музей ваш, города,
людей, которые здесь живут. Я уверен, сюда будут приходить бабушки, дедушки со своими внуками, будут показывать на те образцы, на те детали, где они работали, что они знают. И это очень важно. Музей открыт. С праздником вас! Богатейшая экспозиция музея занимает несколько залов, в которых демонстрируются авиадвигатели, выпуск которых на предприятии производился, начиная с 1916 года. Это и поршневые моторы, которые выпускались на заводе до Великой Отечественной войны, и современные двигатели для самолетов и вертолетов, которые сегодня эксплуатируются в 120 странах мира. Приоритеты самолетостроения в мире это принадлежат Украине. Можайскому. Он опередил на 30 лет братьев Райт, которому всех говорим, вот братья Райт сделали самолет. На 30 лет раньше Можайский уже летал на крыле. Первым посетителям музея было интересно все. Залы духовности и патриотизма. Экспозиции, рассказывающие об истории Украины, Запорожья и предприятия «Моторсич». Стенды с демонстрацией высоких технологий. У юных горожан особый интерес вызвали 25 ретро-мотоциклов, выпущенных в разные годы в разных странах. А также транспортно-боевой вертолет Ми-24 с авиадвигателями производства «Моторсич». А завершился праздник, посвященный 105-летию предприятия «Моторсич» и золотому юбилею Шевченковского района веселым народным гулянием на стадионе «Стрела». Как в старые добрые времена, заводчане пришли сюда со своими семьями, детьми, чтобы полакомиться блюдами, представленными кухнями различных народов мира, посмотреть концерт и другие сюрпризы, подготовленные для запорожцев руководством предприятия и райадминистрации. Шевченковский район сейчас является как раз территорией стабильности. И мы на протяжении последних лет ежегодно увеличиваем производство на 23-25%. Мы ежегодно увеличиваем на 20% уровень средней заработной платы. И, безусловно, львиная доля этих заслуг лежит на «Моторсичи», на «Прогрессе», на предприятиях авиационного комплекса. По словам Вячеслава Богуслаева, история предприятия «Моторсич» тесно переплетена с деятельностью Шевченковского района. Здесь живут моторостроители, и поэтому завод много делает для благоустройства и социального развития крупнейшего района в Запорожье. Мы будем развивать предприятия, и государственные предприятия «Прогресс», и «Мотор», и абразивный комбинат, и завод «Искру». Мы сделаем все, чтобы Шевченковский район был лучшим районом нашей области. С праздником! Во время торжественной части праздника на сцену приглашались лучшие люди Шевченковского района, которым были вручены почетные грамоты, цветы и подарки. Среди награжденных был и главный врач 3-го роддома Сергей Коломоец. По его словам, именно наш район является сегодня лидером по рождаемости в Запорожье. За 20 лет мы сделали очень много для этого района в плане повышения рождаемости и новых граждан нашего района. Надеемся, что они внесут достойный вклад в развитие нашего района. Это родной наш район, и я думаю, и дальше мы будем работать на благо его. Для создания праздничного настроения на стадионе спорткомплекса «Моторсич» в течение 4 часов шел яркий разнообразный концерт с участием коллективов Центра детского и юношеского творчества Шевченковского района, ансамбля народной песни и танца «Аксамыт», артистов художественной самодеятельности Дворца культуры имени Шевченко. Особый восторг у участников праздника вызвало появление в небе над стадионом самолетов и вертолета с запорожскими двигателями на борту. Гвоздем концертной программы, как и 5 лет назад, стало выступление народного артиста Украины Александра Пономарева. В качестве еще одного сюрприза заводчане получили грандиозный салют из 105 выстрелов, символизирующих юбилей предприятия «Моторсич». We'll be right back.